всей России уже с января вводится институт региональных операторов, которые займутся сбором, транспортировкой и утилизацией мусора. В Хакасии такой компанией стала Аэросити 2000. Уже сейчас начинают закупать новую технику – мусоровозы и баки. Например, у этого грузовика вместительность около 80 кубов непрессованных отходов. Есть и другие особенности. Специалисты уверяют, аналогов в нашем регионе пока нет. Особенность данной машины – это то, что загрузка осуществляется именно сзади. На сегодняшний день в Абакане, да и во всей Хакасии представлены мусоровозы именно с боковой загрузкой для контейнеров, которые 0,75. Вот этот автомобиль, он более универсальный, вы видели, он с задней загрузкой, и он может загружать как контейнеры небольшие, это кубовые контейнеры, так и бункеры, 8-7 кубовые бункеры. Это особенно актуально для районов. Автомобиль не будет перевозить бункер, а высывать непосредственно к себе в кузов. Там же прессовать. Это повышает качество и скорость работы. Этот мусоровоз отправится в Таштыбский район и Абазу. Остальные 7 машин закупят в ближайшие месяцы. Напомним, Аэросити будет обслуживать 5 территориальных зон Хакасии. Еще один плюс – все машины будут оснащены системой ГЛОНАСС, что исключит возможность появления стихийных свалок. То есть компания выполняет свои обязательства на сегодняшний день перед республикой. Я думаю, что в ближайшее время парк техники он будет пополняться, так же как контейнерный парк. И все это даст, опять же, импульс развитию системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. То есть здесь мы наведем в этой отрасли порядок. Полную силу работать начнут с января, а в перспективе борцы с отходами планируют построить мусороперерабатывающий комплекс и ввести раздельный сбор мусора. Полина Назарова, Антон Михайлов, РТС.